обсудить все дружно. Что там, рыбу поставили? Если типа лишнего урона не будет, можно будет потом в следующий раз на СПД-фласках попробовать. Надо посмотреть ласт фазы по урону. Запроты все выпить. Да. Не, может и на ласт фазе, в принципе, пить. Ну, на второй, точнее, на первый, в принципе, можно и сап, наверное. А по СПД. Картина клуба. Все, поехали. А, блять, метки забыл, сука, поставить. Банный урод. Ой, она летит. Фонарь слови босса. Я пока танчу? Да, потанчу. А, ты говоришь, чему? Сейчас я. Сейчас мы дам. По два человека сбегаетесь, вон, полумесяц, трусы и ром. По два человека. То бишь, два в ром, два в трусы, два в полумесяц. Это на взлет. Надеюсь, будет. Все, переставайте так. Ну, можете опять так. 30-ка скоро будет. Отбежали. Подкинул, заебись. Она меня подкинула, я нихуя не успел за это. Сори. Ай. Стерва дай БР. Пацаны, похилите, пожалуйста, умоляю. Вот твой протопал, нахуй, вонючий, блядь. Так меня не прохилили? А может просто протопал вонючий? Чё, кокозявра вонючий. Так, выносим метку. Метку. По два человека, быстрее. Ну, блядь, кокозябр, ты чё, побежал, блядь, сказал же, трусы, ром, блядь, сука, и полумесяц, нахуй. Чем ты, да блядь, слушал? Я заметил, что на мне, я хоть куда-то отбежать от рейда. Ой, идите нахуй, короче, в пизду вас, блядь, чё и бомбы ловите. Идите нахуй, блядь, ну, в обычку, блядь, ну, я не знаю, практикуйтесь, ебланы, блядь. Слева. Ну, я разбери. Блядь. До каждой бомбе, блядь, минус один, нахуй. Вы чё, блядь, ебанутые или что, нахуй? Нахуй вы вообще тогда приходите, блядь? Этот босс не убивается, нахуй, так. Если вы, блядь, каждой бомбе будете умирать, ебланы, блядь. Падайте, нахуй. Падаем. Сверните, чтобы быстрее. Ой, блядь, пиво, нахуй. Кливый Синдра, кливый. Я с Савой стоял, блядь, она жила. Кирилл, там разбили глыбу, за что ты минусуешь? Смерть. Окей, сейчас я тебя верну. Ну, глыбу разбили, типа, я успела отбежать, я в глыбе была. А вот посмотри, где я тоже успел, по идее. Хуй знает, как и первый раз. Я возле ромбика лежу. Все, стали резными, зашли быстрее. Может быть, глупость скажу, не знаю, но у меня мозг работает так. Вот давайте, может быть, людям тяжело понять, что в Луну надо два человека встать, и может быть, поставить просто с Луной еще рядом какую-то метку, и люди придут, и будут в каждой метке по человеку, но они будут... Ой, все, тихо, нахуй, если они этого не могут сделать, нахуй, ну, значит, идут нахуй, ну, я типа постараюсь найти им замену, дальше, блядь, с ними не по пути будет, если они этого не могут сделать. Просто там, чтобы это понять, ну, сколько людей, типа, пришло с тобой в метку, надо смотреть над людьми, такая синяя галочка, вот, типа, эту хуйню отслеживать. Не знаю, ну, блядь. Они должны были это еще понять в обычке. Обычку закрыли, слава богу. Еще раз повторяю, полумесяц трусыром, блядь. И убегать не надо, блядь, туда под ворота, нахуй, когда она взлетает, блядь. Вот стали вот тут, вот около трусиков, блядь, и смотрите, на ком метке, и выносите, чтобы меньше бежать было, блядь. Кокозябр. Сейчас они чисто на этом, на рефлексе уже сыграли. Блять, пожалуй, я тоже сапрот выпью, что нам, блять, хуярит больно. Ты не выпил сапрот? Да. Да ну, мне-то похуй, могу? мне под каждое дыхание прожимка есть.
Давайте куба. А тебе удобно из-за треугольника будет выбегать, ловить босса? Или может быть треугольник убрать и кружок оставить? Ну, типа, чтобы я вперёд... на второй фазе думал, на первой эпохе. Кого треугольник? Все, нихуя менять не буду. Вот три метки, блядь. По две в одну нахуй вносите. Все, не, блядь. Не, я имею в виду, что типа, ну, тебя же тоже шотнет танка. Типа, что тебе убегать синдру ловить, я имею в виду, ближе. Я успею, блядь, не переживай. Три стабав дайте. Все. Еще раз вообще на клубах. Все, мое МТ место. Ты, я, блядь, от дыхания нахуй умираешь, блядь. Нет, меня не прохиливали. Ваншот не прохиливали. Кто меня напуливает? Притяжка. На лужу заберем. Беги, малышка, беги! Фридом. Даю фридом. Можешь не забыть. Метки вынесли. Фонарик, королева, боссом хулиши, чувава, стерва. Молодцы. Избаунд еще дал. Все, заебись. Слева по центру почти. Не разбейте только склепы. Раньше времени. По центральным вход. Левый падает. По центру. Центральный склеп не разбейте, блядь. Хватит ДПСить. Последнее слева падает. Блядь, ну... Вы пиздец. Че вы, блядь? Разбили склеп. Смотрите аккуратно, блядь, с ДПСом, блядь. Почем-то вы, блядь, дымажите, ну... Конечно, на эту хуйню мастера бы собрать на блоку. Вот. А деньги. Парихастит? Беги, малышка! Вот тут побежал. Зависла. Еще в другую сторону побежал. Потом освобожденку так нахуй. За шипашником побежал, умерла. Я даже не видела, когда я бегу, я вон в другую сторону. Ну давайте договоримся, что ШП в туче вправо отбегают, а БЖМ-ку взрывают. Какое право? Зачем? Просто я босс бы... притягивает, за босса идешь, там взрываешься, и все. Да, падаем, конечно. В одну точку сбегитесь, в одну точку. Умрем сразу. Зачем, типа, за босса ты имеешь в виду на балкон? Да. Че, вампирик я вроде у всех качан, вы тут живете спокойно сами. Да и без качана вампирика поживете, там уже дамага не будет, по-моему. Понял. ШП вообще ни при чем сейчас. Я бы так и так сдохла. Вообще без варианта. А те челики остальные сдохли как? Это все ШП сдохли? Я что-то не заметил. Нет. Они... Не ШП, это кто-то бахнул. Не знаю, ответ на удар. Ну, он, скорее всего, захуярил 20 тысяч. Ну, я забыл сам. Получается, за ним кто-то побежал. Я тоже захуярил, потому что побежали, блядь, люди почему-то вправо, не знаю, все освобожденку побежали взрывать. Я понял. Специально вправо, типа, побежал, хуй знает, за мной 5 человек. Вы не успели отбежать, нахуй, вы ебанули во время притяжки, еще раз вам повторяю. Не, другое. Вы ебанули в боссе, нахуй, прямо вот в притяжке в центре, нахуй.
Меня другая хрень интересует. Там берса, по-моему, 10, если не ошибаюсь. И, по-моему, если после четвертой взлетки насадиться, там сколько? 2 минуты остается с половиной. А если после третьей взлетки, то сколько? По-моему, 4,5. Есть. Или 4, блядь. Кто помнит? 3 взлетки переводится, нахуй. Если четвертый раз оно взлетает, это можно падать. Да-да. Да, вот я про это начал. 3 взлетки стопудово, Вань. Ну, думаете, лучше как бомбы наловить? Вроде вот хорошо с этими двумя метками. Метки вообще хорошо стояли. Арчина помню. Опять закиньте. Хотя ладно, похуй не на. Уже запустила. Пока лисит. Делать видно. Ты перенял бетон. Блять, любимый босс нахуй, вот, подпевачника, вот это всем нравится, вот реально. Сразу вычисляешь человека. И понимаешь, что он. Всех под одну гребенку не надо. Сейчас перетёжка будет. Не, я, блять, про то, что сразу видно. Прошу прощения, в следующем рейде такого не будет. Я исправлю все. Нет, в принципе, видите, какой забор холист сразу. Каплю дал. Слева падает лист. Бля, они вообще не дамажат ничего. По центру. Это под измаунтом убьем. Так, по центральным стопнить и по левым стопнить. Не бейте. Слева далеко. Все, вообще не бейте слева. Последнее. Право. Пришли. Все, разбили склеп. Сколько? 5 человек же освобожден кинуть, да? Да. Убежали быстрее. Хотите в рейде взрывать, пожалуйста? Там дыма, но ТП мало. Можно не успеть перевести. Вынет меня быстрее. Угу, молодцы. Фонарь дай секру? Не успел. Поздно. Ладно, уже. Ладно, пойдет. Близко очень падает прямо. Уй, блядь. Уй, пизда, нахуй. Не нормально. Это вообще непонятно, где падает. Слева. Прямо в глыбу падает. По левым стопните, по центральным стопните. Право. Справа падает, по правой мучу можете стрелять. Левые, центральные вообще не бейте. По правой можете еще сыграть. Слева падает близко к вам. Разбились все. Four, three, two,
Мэтт Ридзика, владыка, крокоземы, стирал, мальчик. Рики Лам. Бежали. Можешь сейчас дать? Да. Дал. Все хармоцы. Прохилить немножко. Не очень больно. Угу. 15%. Надо будет 50. До взлетки снижки. Так, видите, метки щука, чувак, видите, как вы сделаем босса. Угу. Новый спал. Пацан, ладно. Центр опять. По правой стопните, вообще не бейте. Правые два скрипа. Опять пацан. Блять, говорю, стопните, сейчас разобьете, но. По левому тоже стопните, не бейте. Право склеп уведите, блядь, сейчас разобьете. Это было близко. Разбивайте склеп. Куда вы так гонитесь, блядь? Вайпануться или что, я не могу понять. Да ты шипешный. Бейте, нам надо переводить на взгляд обязательно. Да заебало. Так, один всего нормально. Должно успеть. 4, 3, 2, 1. Беги, малышка, беги! 5%. Блять, ну вагоны нахуй. Стерва по массе, тихо, блядь, стерва по массе, массе по кулишиту, серый по кавказябру быстрее. Переводите. Прохил. Ну, блядь, ну, Мася, ну, подымитесь, подымите по хп, ну, что вы, блядь, а идите нахуй, короче. Вторая. Падайте, блядь. Может, вторую фазу посмотрим, Кирилл? Не хочу, нахуй, смотреть. Смысл не смотреть. Ну, тебе там, блядь, нет смысла. Там все понятно и так. Не набирайте освобожденку нахуй, и все будет хорошо. Набирайте освобожденку, умираем. Пять лямов на 3 минуты. 1, 2, 3, 4 притяжки. О, 5%, 4, 5, 20. 50 секунд. 15%. 15% это 15, так, 14 минут. 14 минут. Тангеры плюс. Должно хватить. Реслин, дай пивка, пожалуйста, и хастпотики съесть. Но это состав еще не подсиндрует, прям вообще, блядь, тут надо менять немножко. Не немножко, но так множко. Кто? Да дело не ШП, ШП заебись на синдере. А кого поменять, кто не подходит примерно? Милика убрать? Одного милишника, Алканхела поменять на... Так, Дрейтрик одного оставить. Да. Вместо Алканхела этого другого рога. Маничелла вместо Спейси. У нас ДПС хватает убить, так что это самое. И на соло одного, два ханта, простите.
Да, там не СТ-4, проблема. Гибриды, они в САУМ, они их убрали. Они не работали уже давно. Еще на X3 уже перестали работать. Я ж на шамане тестил все время. Припало еще одного, наверное. Я не хотел идти на Финдрю. Одного Мула, так, все тут, окей, поехали, опускаю. Наверное, на сегодня хватит, мне кажется, спасибо, не сделаем. В принципе, я думаю, плюс-минус будет понятно. Ну, убиваем уже, согласитесь? Угу. Ну, убиваем, но нет, без автомобиля. Без автомобиля, без автомобиля. Реально, так. Ну, не то, что я там кого-то обидеть хочу или задеть, но просто есть посильнее какие-то. Злой Кирилл. Я смотрю на ситуацию объективно. Лидер. Данко. Тебе каплю дал? Ну вот это, конечно, полная хуйня, когда на путях... Это мой косяк. Тут не лаги. Я тупо далеко стояла. Поэтому не успела бежать. Мася БР по королеве. Серый по владыке. У него КД, у него КД. А, блядь, кого там? Войт. На перекут. Давай прямо сейчас. Все, вынесли метки. Похуй, потом резни, что ли. Войт, это один альф. Заморозит. Спрятались. Слева почти по центру. Ребафнить. Хотя не ребафнить, он будет присоткнуть, наверное. Слева. По центральным топните, не бейте вообще боль. И по левым тоже прекратите. По центру паны. Да и по правым, в принципе, тоже хватит. Слева близко паны. Все, Вайт, давай, Бэр. Да как я умер? Я за глыбы стоял, алло. Блядь, лучше, знаешь, лучше ничего не говори. Ладно, все, ничего страшного. Умер, блядь. Значит, плохо стоял. Да, сука. Падайте, хватит на сегодня. Пойдем. А что случилось? Упал кто-то. Официант кто-то. Она... Я думаю, когда топор. Так, еще я вам давал за профа. Ладно, еще. Че, это самое предложение, не рассмотрим это самое завтра попробовать или че? Че на завтра было, я забыл там. Я предлагаю тоже завтра попробовать. Ну, у меня прикалывает. День отдыха, блять, от всего КХМ, плюс завтра еще люди не могут все. Если еще и соберемся на Синдру, то точно не завтра. Короче, понедельник на сутках. Че тогда завтра у нас ссылка обычка, да? Ой, блять, вторник я на сутках. Так, расписание, что там. А, можно попросить Релла перенести расписание со вторника в выходной на среду? Нет, слишком мало таких людей. Типа у нас как раз просят в основном вот в эти дни, четверг, да. Пятница. Я за Кирилла ответила. Нет, четверг, пятница, бог с ним.
Я имею в виду понедельник, вторник, среда. Чтобы у вас в форточка во вторник, чтобы сделать со вторника на понедельник либо на среду. На этом ГД я ничего не переделаю, потому ну, что уже расписание я сделал. Ну, хорошо. На следующем, опять же, я не могу подстраиваться под всех, это надо смотреть. Так, сейчас лут с этого. Ну, типа, вот тебя так не получается, другого человека понял, не так. Но... Я не могу под всех подстроиться. Я тебя понял, но по возможности имею в виду. А что ты хочешь? Про какой РТ ты говоришь? Про любое, чтобы форточка была не во вторник. На старте недели, это вторник, единственный день, когда я смогу играть, а там, получается, у вас форточка. Какая тема не ушли, Квак? Я же вас попросила, типа, когда вы с освобожденкой, вы стоите и на ранже друг от друга, и от рейда, и друг от друга. Ты меня сейчас тупо очень далеко загнал, я не успела отбежать. Ну, типа, это мой косяк, я могла сориентироваться, но, типа, прошу отходить, сжаться на ранже. Хорошо. Я просто вообще стараюсь, там, два стака, они там бьют по чуть-чуть. Ну, это, Кирилл, ты завтра будешь? Скорее всего, да. Но я потом напишу. Падала, все, не перебиваете? 3-2-1, все. Че ты? Рид что-то сказать хотел? Ауин, нахуй. Не, так мы ролим шмот. А, ебать, я забыл про шмот. Маш, вот какой-то у нас есть. С профа там что-то. Все, ты 4 токен ушел. В смысле, нихуя себе. Я хотел, блядь. Блядь, я забыл про шмот. Нахуй не шмот. Сидите, чокайте, нахуй. Все, ребята, уже я сняли. Понял. Да, в жопу шмот мы убивать пришли, а не шмот лутать. ГЦ, получается? Окей, снимаем суты их. Они без шмота хотят идти. На туре, хоть бы сказали, что ролим. Записываем. Сука, я даже не смотрел. Ладно, похуй. Феникс сказал, что на шмот паролит, ребята. Проебал. Пояс, поехали. Пояс, нихуя. Ёбаный бис. ГЦ. Вот суки. Чувава по ощущениям ЕЕПа бесконечно вообще. Бездонное какое-то. Да, а нет, он просто... не снимает, ты чё? Не, ну просто падает кожаная шмотка, он всегда ставит. Типа всех душит, ни за что ее не отдаст. Не, орать, печеньки никакие, ничего не лутаю, о чем мне? Только кожу. Это же самое, но у меня триф от ЕПа всегда маленький. Вопрос на засыпку, ТТГ быстренько кто-нибудь пойдет? А, нет, пиздец, поехали еще. Пойдем, давай ТТГ. Эй, я ебал, блядь. Ну если только палом, у меня на сове КД. Десятку. Не, спасибо, не хочу. Там тебя зовут, Рид. Хуй знает, а кто пойдет? Какая пачка вообще, я не знаю. У нас КД. Типа мы трое точно попадаем. Точно.